Автопарк муниципального предприятия «Водоканал» не обновлялся с 91 года. Все, чем располагало предприятие, это давно устаревшие экскаваторы, постоянно ломающиеся КАМАЗы. Новенький экскаватор бригада «Водоканала» получила на прошлой неделе. Разницу почувствовали сразу. Больше всего рад обновленной технике экскаваторщик Сергей Лагачин. Раньше ему приходилось работать только на старых моделях. Чисто, комфортно, в кабине удобно, ни разу еще не ремонтировали. Как только спецтехника была получена, руководство предприятия сразу же направило экскаватор на прокладку водопровода от южного водозабора до западного микрорайона. Эта закольцовка позволит в несколько раз улучшить качество воды в многоэтажках западной части города. Работы здесь ведутся с начала лета, но не так быстро, как хотелось бы. Старыми машинами за день удавалось проходить только 20 метров траншеи. Сейчас производительность труда повысилась в 3 раза. Новый экскаватор замечательно работает и в день проходит порядка 100 метров. Протяженность закольцовки от южного водозабора до западного микрорайона 3,5 километра. На сегодня пройдено 2 километра траншеи. Бригада «Водоканала» работает согласно графику. Но это не единственный объект, на котором был опробован новый экскаватор. Использовали его и на устранение аварии в селе-поселке. Мы помогали поселкам. У них была авария. И так как мы его еще не использовали и свободной техники не было, мы решили помочь именно с помощью этого экскаватора и устранили аварию, где находился садик в селе-поселке. То есть садик был без воды? Да. На следующей неделе предприятие «Водоканал» получит еще 2 новых экскаватора. И они сразу же будут направлены на аварийные участки водопроводных сетей города Кузнецка. В общей сложности городской бюджет выделил муниципальному предприятию «Водоканал» на приобретение дополнительных единиц техники почти 7 миллионов рублей.